20 января в Афины прибыли инспекторы так называемой «тройки кредиторов» – Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Эксперты должны оценить, насколько Греция соответствует требованиям для выдачи ей второго пакета кредита. Чтобы избежать дефолта и остаться в Евросоюзе, Афинам необходимо получить от международных кредиторов пакет помощи размером 130 миллиардов евро. При этом одно из условий – правительство Греции должно заключить соглашение с частными инвесторами, в рамках которого будет списана половина греческого госдолга. Между тем, переговоры с банками-кредиторами продвигаются с трудом. Камнем преткновения стала ставка купона по новым долгосрочным бумагам. Инвесторы настаивают на 4-5% годовых, иначе они понесут большие потери. Власти Греции под давлением ЕС, в свою очередь, требуют значительно меньшей ставки. Достичь соглашения обеим сторонам нужно уже к понедельнику. На этот день намечена встреча министров финансов ЕС по вопросу Греции. Представители «тройки» также планируют встретиться с премьер-министром Лукасом Пападемусом для обсуждения дальнейших реформ в стране. Ожидается, что на этот раз, чтобы и дальше снижать дефицит бюджета, Греции будет необходимо реструктурировать рынок труда.